Ведро краски и малярный валик. Эти два обычных инструмента в опытных руках выполняют важную работу. Помогают устранить информацию о точках продаж наркотиков. Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет», которое проходит в столице региона, направлено на повышение предупреждений правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ. Сотрудники полиции совместно с общественниками и представителями администрации очищают пространство города, устраняя надписи, содержащие пропаганду наркотиков. Очень хорошо, что эта акция проходит совместно, потому что наркоманию как проблему общества можно победить только всем обществом, будучи неравнодушным к данной проблеме. Акция «Трафарет» проходит ежегодно по всей области. Есть и другие, к примеру, акция «Сообщи, где торгуют смертью», а также профилактические мероприятия в детских лагерях и образовательных учреждениях. Нет легких наркотиков, нет однократного применения и возможности отказаться. Зачастую наркомания – это то заболевание, которое невозможно излечить. И она влияет на все сферы жизни человека, на его семью, на его работу, на его социальную адаптацию в обществе. Помочь правоохранителям в борьбе с наркотиками может каждый, не только в рамках акции, но и в любое другое время. Если вы заметили на стене дома, подъезда или в другом месте надписи, содержащие пропаганду наркотиков, необходимо позвонить в полицию. Полина Чулюкова, Николай Епифанов. События.